Здравствуйте. Я записываю данное обращение специально для всех неравнодушных, для всех тех, кто также скорбит сейчас в эти минуты вместе с нами. Сейчас в интернете гуляет много информации, там, куда я делся, там, что вплоть до того, что там я фейк, и самое главное, самое ужасное, что я стою на стороне администрации. Информацию вот так вот перекручиваю. Посмотрите сюда, пожалуйста. Их больше нет. Всей моей семьи нет. Вы говорите, что я стою на стороне администрации. Потому что она допустила эту трагедию из-за своей коррумпированности. Ну, во-первых, по поводу того, что мы марионетки какие-то, в чьих-то руках нами манипулируют, это очень ужасно, это осознавать. Получается, мы вот эти все три дня занимались абсолютно не тем. И надо было заниматься все-таки нам, как инициативной группе, да, именно действиями МЧС. А нас, вот эти майданчики, они нас просто немножко по двум сторонам. Убили, понимаете, в сторону, чтобы вот направить, ну, нас там на администрацию, там, не знаю, на Путина, в конце концов. Немножко сдвинули наше внимание. Вообще не сдвинули. Да, но все равно, как бы, мы дальше будем заниматься. Здесь, как бы, вот это вот, это очень много вопросов к МЧС по поводу, ну, Владимира Владимировича, да, то есть понимаете, ну, вы прекрасно знаете, да, что, ну, как, ну, назовем прямо, он у нас, ну, не президент, а царь, да, то есть, ну, полная власть, как бы, хорошо это, плохо, ну, наверное, власть так, должна так быть сильной, вот это, да, мое, в общем-то, не в Путине, уж тем более, не в команду, я сегодня с ним очень долго общался, человек сказал, что будет нам все изменить свет, поддержку оказывать, и, то есть, ну, так, а вот эти вот люди... Да, ребят, по поводу митингов, пока без митингов, потому что администрация, если бы, что наша.